Близится холодное время года. С понижением температуры воздуха горожане прибегают к использованию дополнительных способов обогрева жилищных домов. Иногда это электрические батарейки, буржуйки, газовые печи и кондиционеры. Такая массовая электрическая нагрузка порою может привести к электрозамыканию. Для того, чтобы избежать чрезвычайных последствий, мы решили обратиться к главному инженеру МОП «Каспэнерго» Абдулу Лачинову, который, в свою очередь, рассказал о мерах предосторожности при использовании дополнительного тепла. Надо рационально использовать те имеющиеся электрические приборы, то есть без необходимости не включать. Если есть такая необходимость, то кратковременно пользоваться этими электрическими приборами. В целях не то, что экономии электроэнергии, но это тоже имеет значение, а в целях соблюдения определенных норм по одновременному подключению мощностей к существующим сетям. Такие меры особенно требуется соблюдать жителям квартирных домов, проводка в которых была установлена в период советских времен. Она не была рассчитана на современную мощную аппаратуру, поэтому зачастую именно в таких помещениях чаще всего и происходит возгорание. Самый последний свежий случай – это возгорание внутри квартир бывает, происходит. Причина уже это пожарная служба определяет, от чего. Ну, как правило, всегда говорят от замыкания, от проводки, от электричества. На данный момент, по словам главного инженера МУП «Каспэнерго», в связи с отключением газа в Каспийске на 2 дня в организации готовятся дополнительные выездные бригады для устранения проблем, возникших из-за массовой нагрузки на электросети.